Самых умных, теперь уже бывших школьников, по итогам выпускных экзаменов собрали в районной администрации. Ребят пригласили для торжественного вручения медалей золотого и серебряного достоинства по окончании среднего образования. Завершение обучения с 10 по 11 класс – это третья, окончательная ступень общего образования в России. Конечно, поздравили и руководители учебных заведений. Гимназия 433. Орлова Ксения Михайловна. Первые настоящие награды в своей жизни государственной пробы получили более 50 выпускников школ курортного района. Пройти полноценное общее образование в одном учебном заведении с начальной школы по 11 класс от звонка до звонка суждено, к сожалению, не каждому молодому человеку. Но сегодняшние выпускники не просто выдержали это непростое испытание первой ступени общих наук, но и закончили школу с отличием, за что им сегодня вручались медали за особые успехи в учении первой степени. Помимо этой награды, некоторые еще имеют и личные достижения. Охотников Илья Александрович. Илья набрал 100 баллов по химии на едином государственном экзамене. Медали, которые сегодня вручали выпускникам за особые успехи в учении первой и второй степени, утверждены законом об образовании Российской Федерации в 2012 году. Если говорить простым языком, это золотые и серебряные медали, которые выдавались выпускникам еще в советские времена. Только сегодня изменен дизайн и название самой награды. Был период в новейшей истории России, когда выпускникам их прекратили выдавать вообще. Но потом эту важную традицию восстановили, вернув юношам и девушкам настоящий праздник. София Алексеевна, средняя школа номер 541. Смотрите, какие они красивые, молодые, а самое главное, умные. Предлагаю сделать общую фотографию с головой администрации. Подходите, ребята, все ближе. Всего с золотой медалью в этом году окончили 11 класс 24 выпускника, и к этой цифре мы еще вернемся. В этом году она получилась особенной. Обладатели медали за особые успехи в учении первой степени есть в 9 школах нашего района. Это очень хороший показатель на фоне Петербурга, учитывая небольшое население курортного района. Мы сегодня чествуем самых достойных выпускников. Тех, кто не просто прошел школьной дорогой длиной в 11 лет, но и доказал своим трудом и своим талантом, что он достоин высших наград. Особое слово благодарности родителям. Родители были всегда рядом с вами. Они всегда вас подталкивали вперед. И сегодня вы на этапе новой жизни. У вас впереди выбор профессии. Я думаю, что многие из вас уже выбрали высшее учебное заведение, в которое вы поступите и будете обучаться. Гордимся и понимаем, что у России есть будущее. С праздником! И немного магии цифр в контексте выпускников с медалями в этом году. За особые успехи в учении второй степени, то есть серебряной медалью, в курортном районе награждены тоже 24 выпускника 11 классов в этом году. Всего золотых и серебряных медалистов 48 юношей и девушек в курортном районе. Еще кроме них 4 победителя и призера регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников награждены почетным знаком правительства Санкт-Петербурга за особые успехи в обучении. Также сегодня чествовали и руководители школ, где в этом году есть выпускники с серебряными и золотыми медалями. Гордимся всей образовательной системой курортного района, потому что обучение и воспитание начинается в детском саду, а результат мы видим сегодня. Поэтому всем огромное спасибо, кто вложил в наших детей ум, свое сердце, доброту и любовь. Удачи вам, ребята, во всем и везде! И мы поздравляем наших директоров. Спасибо вам огромное за ваш труд. Поздравления от семьи муниципальной и общая фотография, пожалуйста, на память.